Всем привет, друзья! С вами снова Викс, и мне тут пожаловали, как феодалу, замок целый. Я не знаю, каким хером, или отхватили, и там проголосовали, чтобы я им управлял. Либо просто сбагрили, но не столь важно. Так, у меня тут пленных дофига. Их бы продать всех. Вот, но я хочу управление замком. Так, можно мастерские какие-то делать. Уже максимум. Базарная площадь, сады. Так, что, стена? Уже максимум. Губернатора надо назначить. Так, мне кто-то инженер из них был. Кто из них инженер? Давайте посмотрим. Так. Клан. Так, ты инженер? Нет. Хариф инженер. Вот давай все. Теперь ты будешь губернатором. Управление замком. Хариф, давай. Все, ты будешь управлять. Ежегодная добыча. Безопасность плюс один. Процветание. Процветание минус 15. Пища минус 10. Так, фестивали игры. Очередь. Скополчение. Так, это байки ополчения. Это что такое? Стоимость производства 52, бонус к мощности гарнизона. Месяц сокращения ополчения во время восстания. Плюс бонус запасом продовольствия, плюс... О, вот это вот. Вот это вот строится. Так, бонус с гарнизона войск, бонус к опыту гарнизона войск. Стоимость 65. Бонус суточная продукция 20, личный... Так, резерв. Давайте сюда. Денег кину. Завершится через 2 дня. Строительство. Полив. Продуктов. Готово. Так, распоряжаться гарнизоном. Во. Теперь я могу в гарнизон. А, это мои воины. Это воины гарнизона, да? Кстати, можно качнуть пацана. Так, ну вот эти раз не качаются. Давайте мы их в гарнизон отправим. Пускай будет побольше. Так, ну у меня все равно минус 800. Так, а я назначу сюда еще пацанов. Вот у меня бандиты есть лесные. Так, давайте новобранца. Все, ну остальные... А, ну горца давайте. Я их в гарнизон тоже переставлю, что ли. Все, все. Готово. Так, управление гарнизоном. Так, 73, ну это нормально. Я, главное, пацанов нанял. Так, вот этих вот горец уйдет. Вот эту идет, вот эту идет. Так, лесного бандита оставлю на прокачечку. Готово. Во. Теперь тут гарнизон такой неплохой. Защитники 230. Гарнизон замки 102. Ополчение 64. Да, блин, ну по деньгам так можно просесть. Не нужно, чтобы замок приносил налоги от замка. Еще город бы захватить. Так, а я могу это самое, армию как-то нанимать или еще что-нибудь делать? Политика. Судя, военные лавры. Отклоните. А вновь внести эту политику на смотрение. Солдатское жалование увеличено на 50-50, дает пустить больше влияния. Доходы выплачиваются правящему клану. Тогда как доходы от налогов другим кланам снижаются. Клан правителя получает на 5% больше налогов. Я не знаю, за что тут надо проголосовать. Создать... О, я могу создать армию. О, это интересно. Дайте я сохранюсь пока. Сохраните как. Такс.
И хочу захватить вон тот город, чтобы вообще это, эти земли отошли мне. Дипломатия. Так. Армия. Давайте, пацаны. Все в мою армию вступайте. Готово. Чё? Недостаточно влияния. То есть тут влиянище, чтобы армию создать, нужно влияние много. Благо, оно у меня теперь не уменьшается. 25 влияния, да? 79. А, тут можно, кстати, крутые армии взять. Ой, не-не-не. 127, например. Вот этот 127. 70, 133. 102 вот этого можно взять. 131. О, слушай, тогда ты не нужен мне. За 971 возьму. Итого, сколько мне влияния? Ну, еще хватает, кстати. Так, за 9... что у нас? 16,99, да? Еще что есть? 33, 28, 17. Ну, за 19. Готово, мне не хватает. Отлично. Так, я создал армию. И чё? Жратва. Давайте вот этого нагнём. О, вот этот хочет отъехать. Опа. Я Викс. Сдавайся, ублюдок. Атака. Где моя армия? За что я плачу влияние? Готово. А я не могу пока. Все. Так, остальные армии что-то не это самое не захотели. Так, а чувак, я смотрю, убегает. А, они на горку они. Убить этого ублюдка. Я сейчас напихаю. Все, побежали. Быстро вы сдулись. Да, пацаны. Я думал, вы подольше пристоите. Дайте я его убью. Ну ладно. Убили. Готово. Так, давай, приходи ко мне. Забираем. Так, я собираю армию, между прочим. Так, какой-то хер на 49 солдат хочет отъехать. Блин, 49 и 34 там стоит. И чё ты хочешь? Где отряды все? Долго мне еще ждать? Так, по жратве на 21 день. Ну, фиг его знает. О! Первый приехал. О, едет какой-то хер. Давай, догоняем. Гнобим его.
Так, отправить войска. Теперь ты мой пленник, ты понимаешь же это, ублюдок. Так, я думаю, нужно это самое. О, еще какие-то пидоры хотят войны. О, еще пацан подъезжает. Давайте, давайте. Тут армия такая лютая сидит. Ух ты. Это же жесткая фигня. Давайте гоним, гоним его. Даже все эти самые не спасутся. Готово. Еще одного. Героев только как пачки еще будут щелкать. Давайте, пошли. У меня тебе два отряда. Готово. Все, поехали. Вся шобла. О, они стоят уже, ждут нас. Да ты. Че, вы все уже, пацаны? По тапкам, по тапкам. Пацана не дают сбежать. А, еще их не баб, пахан. Пошел, Ванус. Маленькие ваши отряды все пораскаемся. У меня тут уже перевес просто колоссальный какой-то. Все всяких уебков. Так. Какие-то бандиты еще. Так, ну тут какие-то эти в порос хотят. А в замке сколько в замке Кионикса? Так, давайте я зайду в порос. Вы же не против? Так. Торговля. Жрачка есть? Зерна возьму. На все. Неизвестно, сколько я еще буду тусить. Так, и что ты хочешь тут доказать мне? Вон пацаны, кстати, приходят. Отправить войска. Загнобить этих ополченцев. Забираем все, что можно. Продолжить. И жрачку заберу. Так. Собираются какие-то нездоровые войска. Давайте, давайте.
Я сейчас ваши мелкие отряды все по это растормошу. Так, стоп. Тут напали. Помочь отряду. Атака, пацаны! Я тебе со своей армией бегаю. Так, ну я его не могу выбирать. Attack! Stop shooting them now! Моя армия на 400 бойцов. Я командир теперь. Заимел замок. Заимел все, что можно. Ага, вот они. Самый умный, да? Теперь ты уже не на коне. Пизда тебе. Сукин сын. Так, а где их не войска основные? Вижу только этих конников. Остальное где? Давайте. Че, самый умный, да? Умри. Так, они хотят отступить, я смотрю. Блин, помешал. Не дайте им отступить. Отлично. Кто там еще? Коня убили. Хорош. Все. Готово. Так, рад видеть вас, Викс. Да, всегда. Карифанов Бранд. Забираем все, что можно. Так, кто тут еще шастает? В замке 170, кстати. Давайте вот этих еще. Всех. Теперь вам не сбежать, пацаны. Я буду вас гнать. Куда вы собрались? Так, вот это 26. Жрачка хватает. Вот какой-то еще 33 хочет огрести. У меня тебе армия. И мне плевать, что вы тут хотите доказать. Создано войско. Не как эти самые шакалы такие бегают. Ладно, поехали в Парос пока. А, тут вот он еще армия. Минус 590, кстати, что-то это поменьше стало. Сколько тут? 247, 420. Фиг его знает. Что-то кто-то с кем-то схлестнулся. Так, давайте еще. Торговля. А, не-не-не-не. Хотя, да, можно...
меня жратывает 26 дней. Я еще зерна возьму. Так, оружие, что продать тут можно? Вот это вот. Что это такое? Какая-то хрень. Мечи. Так, стрелы. Все щиты продам. Так, ну тут пошла тебе самая такая жара. Ничего себе, 32. Бобинцы. Так, ну их трое осталось, кстати. Так, 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 отлично. Кони. Кони пока нормас, жратва нормас. Окей. Так, 11 тысяч. Теперь к таверне. Ну и продадим. Так, вот этого говнаря продам, этого. Кого еще можно продать? Эти что-то не хотят качаться. Так, это тоже, ну, ты не нужен. Ты пойдешь. Так, тебя продать. Так, ну вы хорошие солдатики. Так, а чё у меня по армии? 67, 71, а чё так мало стало? А, ну я же это самое. Да-да-да, я же часть солдат отправил в гарнизон. Во. Отлично. Сохраниться надо. Так. Ну и где? Нормас теперь. Теперь у меня, кстати, 32 стрелы. Так, спешиваюсь с коня. Кстати, прикольная такая сбруя у него. Ну, есть покруче, конечно же. Щит вам не пробить, пацаны. Главное, чтобы в спиняку не напихали сейчас. Все, нормас. Ну и чё ты стал? В щербет хочешь? Только отлетают пацаны. Там-то таран привезли. Пацаны, я к вам. У меня все равно кончились. Дайте залезть, дайте залезть. В очередь, в очередь. Господа хорошие. У нас превосходящее войско. Не, ну я, кстати, неплохо настрелял. Это как минимум еще уровень. Можно будет урвать. Заберу стрел. Давай, пацаны, я танкую, танкую. Нормально.
Так, я отступаю, отступаю. А то я один тут не сдюжу всю эту шоблу. Давайте, пацаны, тут это... Тут агрессивный хуй. Все нормально. Давайте. Давайте, пацаны. Что, зря что ли хлеб едите? Что-то полетает мне лихо. О, пацаны наши уже вломились. Давайте, давайте, что тут у нас происходит? Всех успели загнобить. Замок падет, замок будет нашим. Не, ну кстати, я так набил вообще неплохо. О, победа! 3-6. И снова ты спасаешь наши головы, Викс, правда, ты мой лучший друг. Ну так ёпта. Я Синхер спасаю ваши головы. Хотя вы сами справились. Так, замок. Замок взяли. Теперь нужно вот этот город взять и все. Так, эти решили в замок засесть. Давайте вот этих распинаем. Помочь. Опять войска. Так, а чё, по жратве у меня нормально всё. Вот этого пацана надо... убить. Поехали в атаку. Those formation! Lower arrow! Take them down! Пошли, пацаны. Всей шоблой. Едь этот пахан. На кого-то, наверное, напали. На кого-то напали и кого-то порвали уже. Ну, главное, чтобы меня не дернули. Никого не вижу вообще. Никого не вижу. Никого. Ни тебя, ни меня, ни его. Враги бегут. Всех убейте. Никого не оставляйте в живых. Все должны сдохнуть. Все. Хорош. Ты мой пленник, я тебя продам в рабство. Еще пацанов заберу. Так, нормально. Давайте в Зионику. Так, в таверну.
У меня тут пацанчик был. Опа. Гаста продам, этого продам, продам, продам. Тоже можно продать в лохе. Так, вот этого я оставлю. Этого продам. Ибо нефиг его кормить. Так, что у меня по армии, кстати? Отряды. 68. Умирают, что ли? На верблюдах. Абдурахманы на верблюдах. Так. Нифига себе тут сколько этих самых.